Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Парк Юрского периода. Так, что-то у нас тут по заданиям, ребята. Откройте набор карточек. Забираем награды. Так, заберите 3000 еды, покормите не менее 2 динозавров, разместите одного динозавра и погладьте одного динозавра. Так, что тут у нас забрать? Ага. 12 тысяч монет, 10 долларов, 20 ДНК и 6 тысяч жратвы. 15 очков доверия. Так, вступить? Нет, 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 это все мне не нужно. Выполнили задание, забираем. Так, погладить животное, покормить, да, по-моему, еще нужно, и разместить. Так, ну что, начнем, что у нас тут? Воу, забрать, конечно же. Так, а я его разместить. Аргентизавр. Поместить. Ну, давай здесь. Слушай, а разве мы его в прошлой серии не размещали, нет? Похоже, нет. Так, ну что, я выполнил задание. Здесь мы открыли территорию. Давай заберем с тобой монетки. Опачки, задание выполнено. Кофейня, да, построилась у меня. Замечательно. Плюс я получил достижение и новый уровень. 7-й, друзья мои. Ох ты. Уровень схватки 7-й мне доступен. Плюс я получаю еще один пак. И аргентинозавр. Это уже второй получается, да, у нас? Ха, и очки доверия. Спасибо. Я обойдусь без этого. Так, забрать. Забираем еду, опыт. Так, погладьте животное и покормите. Ну, покормить-то мы как раз с тобой сейчас и займемся именно этим. Так, ну что, надо его покормить. Там написано было не менее 2 раз. Так, мы его прокачали. Теперь погладить. Ух, как он тут листочки ест. Прям как жираф, елки-палки, сородич его. Так, ну что, давай, наверное, его погладим. Он будет, интересно? Не? Конечно, будет. Вот, ребята, ему очень нравится, когда я его поглаживаю. Покормим. И плюс сделаем симбиоз. Так, ускорить бесплатно можно. Посмотреть результат. Ну что, ребята, результат как обычный. Просто он станет у нас вот такого зеленого, темно-зеленого даже расцвета. Задание выполнили. Забираем с тобой награды. Мне показалось, что вы не очень-то в себе уверены. Быть может, в следующий раз стоит тягаться с мирными травоядами. Вот отчет о безопасности. Держите посетителей подальше от Майюнгозавра. Он готов сожрать кого угодно, даже своих сородичей. Клэр, после просмотра документов, я с уверенностью могу сказать, что внесенные в парк изменения улучшили как безопасность посетителей, так и условия содержания существ. Прекрасно. У меня есть еще одно важное задание. Эпизод 3. Семейные узы. Ой, вы не тетя Клэр? Она должна была забрать нас в аэропорту. Кто вы? Я Зара, личная помощница Клэр. Она попросила меня все вам показать. Разместите 2 украшения вокруг одного динозавра. Ага. Вокруг одного динозавра. 2 украшения. Так, у нас тут еда? Или что это такое? Включить. Ну, давай включим. По максималке, да? Пускай копится, короче, хавка у нас. 125 долларов, чтобы открыть новую территорию. Это долго. Это долго нам, во-первых, открывать, а во-вторых, нам долго копить. Что у нас вообще есть? Я не знаю, за что тут браться. Теперь, когда Зак и Грей освоились здесь, я могу вернуться к привычным делам. Заведите 2 существ 15 уровня или выше. Естественно, это у нас выполнено. Забираем с тобой награду. Клэр, сегодня наши существа выглядят гораздо сильнее. Я скажу журналистке, что теперь она может их сфотографировать. Зара, я нигде не могу найти журналистку. Ты не видела ее? Мне кажется, она шла к арене схваток. Завершите 6 уровень схватки. Вот так вот, да, значит? Ух ты, у нас тут наградушки. Так, завершите ежедневки. Так, у этого 2 украшения нужно разместить. А здесь 6 уровень схватки. Ну давай посмотрим, ребята. 160 ДНК на подходе. У нас тропиогнат и трицератопс. Так, он у нас летун. Против него травоядный пойдет очень, кстати, хорошо. Травоядный. Почему ты у меня не прокачан, парень? Тебя надо прокачать, и причем срочно, если мы хотим с тобой вообще здесь выиграть.
Давай кормить. 20. А, у меня еды не хватило. Что ж ты будешь делать? Как она быстро здесь заканчивается, друзья? Так, ладно, давай мы с тобой, наверное. А разместить два украшения, это каких они имеют в виду? Вот эти вот кофейни и вот эти вот штуки, я так понимаю, да? Судя по всему. Ну, я даже не знаю. Я уже забыл, если честно, где они у нас и продаются. На рынке, по-моему. Так, искать, искать, искать. Вот у нас вроде бы... Я могу поставить кофейню. Но она, наверное, будет очень долго делаться. Поэтому мы, наверное, с тобой сделаем пьедестал из янтаря. Вот сюда... Блин, тут еще надо место экономить. Вот так вот мы сделаем, да? Завершить. Так, все, что ли? Я новое достижение получил. Бинго, ДНК у нас. Слушай, по-моему, я одно только разместил. Значит, делаем с тобой второе. Так. Конечно, хотелось бы кофейню Боба сделать. Так, ну что, задание выполнено. Забираем с тобой награды. Ого! Место потрясное! Зара, мы можем погладить динозавров? Погладьте одно травоядное, коснувшись его, получите 15 очков доверия. Ну, динозавра-то я, может быть, и поглажу травоядное, а вот насчет очков я что-то как-то не особо уверен, что у меня получится. Так, монетки, это все забираем с тобой? Задание же какое-то выполнили или нет? Нет, очки доверия. Так, ну что, теперь, я думаю, нам пора действительно с тобой завершить схватку уровень 6. Возьмем с тобой... аргентинозавра плюс против травоядных у нас, естественно, хищники. Майонгозавра возьмем. И сюда же, наверное, припишем вот этого. Ну что, стартуем, ребята. 900 монет требуют за поединок. И главное, чтобы у нас все здесь сработало, все получилось. Блин, ты посмотри, какие тут. Ух, мощные, мощные какие-то суперские динозавры. Так, и кто нам? Тропиогнат. Ну, вначале я, наверное, сделаю вот так вот. Ребят, я сделаю бонус. Он, кстати, тоже себе сделал бонус. Вот хитрозадый. Так, ну у нас, естественно, урон-то идет мощнецкий. Так, сделаем с тобой, наверное, вот так и вот так еще. Так, я поставил защиту. Ага, что он там? Опа. Он себе, ребят, опять там кто-то сверлякает. Я надеюсь, вам этого не слышно. Не хотелось бы, чтобы мешало нашему игровому процессу какая-то сверлякала, которая сверху как чмошка мешает. Слушай, если я, например, вот так вот все в бабах, ребят, мы его сможем ушатать? Конечно, сможем. Он даже не стал прикрываться, он, видимо, хотел себе бонуса нахапать. Но он забыл, что он играет с Рэем, поэтому Рэй не промах. Так, а вот с этим будет чуть-чуть посложнее. Оу! Чуть-чуть посложнее. Он меня ушатал, друзья. Ну что, пора его наказать, я так думаю, да? Если он сделал три удара, значит у него... А у него ничего не осталось. Ему крышка. На-ка! Будешь тут еще трицератопс какой-то несчастный лезть ко мне. Задание выполнено. Так, ребят, я уже на третий эмулятор поставил себе игру, и все равно она вылетает. Только что перезаходил заново. Так, ну что, мы с тобой завершили. Что не так с этой журналисткой? Разве ей не интересно посмотреть, как наш мир выглядел 150 миллионов лет назад? Хоскинс, она еще никогда не видела таких существ. Стоит проявить деликатность. Новый уровень. Так, нам кольцевой картодром доступен и расширение территории. Плюс пак. Доллары, доллары, монетки, монетки. И 15 очков доверий. Так, значит, мы с тобой выполнили еще одно задание. Забираем здесь опыт, монеты. Мне казалось, что травоядные милые существа. Но вон тот вблизи оказался весьма пугающим. Не стоит судить животных по их рациону. Среди самых крепких динозавров много травоядных. Свежие новости. В честь дня рождения фильма «Мир юрского периода» вас ждут 2 недели невероятных событий. Да? Мне нужно наблюдать за поведением динозавров вблизи, прежде чем я начну писать свою статью. Так, покормите травоядное 5 раз, выполните все ежедневные задания. Травоядное, блин, покормить 5 раз, а я его уже покормил. У меня, по-моему, и еды-то нету для этого дела. Помогая этим существам эволюционировать, мы учимся лучше их понимать.
Так, повысить уровень двух существ как минимум до 20 уровня. Что у нас тут забрать можно? Ребята, игра уже запарила вылетать. То разрыв с сервером, то еще что-нибудь, я не знаю. В чем проблема? Ё-моё, Джиггернаут, Валькирия, Омега. Хе-хе. Так, двух динозавров. Но если бы у меня хватало еды, я, конечно, бы вот этого прокачал бы с удовольствием. Там же не имеет значения каких. Деньги, доллары я тратить не буду, а вот здесь, пожалуй, награды заберу. Блин. Прокачать до 20 уровня. Так, а что у нас вообще еще за задание? Примите участие в ПВП-сражении. А ПВП-сражение мне вообще доступно? Доступно, ребята. Наземное. Вот это, пожалуй, я возьму. Так, бесплатно. Ну чё, погнали. Раз, два, три. Стартуем. Интересно, кто нам достанется, а? Какой соперник это будет? Да ладно. Мы же сейчас его разберем, как сосунка. Шестой уровень, там, пятый. Это для нас вообще изи. Так, ну что, битва. Погнали. Он тоже бонус взял. Так, ну и мы с тобой тоже, естественно, возьмем бонус. Ох, две атаки. Вот это было больно. Так, друзья мои, я не знаю, что он, на что он там рассчитывает. Наверное, на защиту. Так, он две атаки сделал, да? Две. Поэтому я сделаю вот так вот. Одна атака точно пройдет. Он, наверное, меня раскусил, да? Что я взял две защиты. Он, скорее всего, меня сейчас... Посмотрим, что он будет делать. Ты серьезно? Так... Слушай, он, по-моему, ребята, хочет меня атаковать. Ах ты, жук. Я проиграл, походу, дело здесь. Если бы я знал, что он взял всего одну атаку. Он меня уничтожил, да? А, джичара. Так, он сделал три атаки. Поэтому раз, два, три. Поехали. И отсюда. Так, у него, ребята, 4. Если он сейчас все в атаку сделает. А, он меня не уничтожит все равно. Смотрим, что он будет делать. В плане. Он все в защиту, что ли, спустил? Ну, давай я вот так сделаю. Ой-ой-ой. В блок. А он... Он себе бонус прокачивает. И, судя по всему, он взял все остальное в блок. Да, ребят, он взял все остальное в блок. Так, ну что, тут рискнуть мне или как? Я, наверное, рискну. Я его должен, ребята, укоркать сейчас. Нет. А, да, все нормуль, все отлично. Так, вышел хламон, да? Сейчас, ребята, он мне впишет по полной программе, поверь мне. Сейчас посмотрим, на сколько ударов у него выйдет. 4. Да, трицератопс у меня погиб. 4, да, и у него 3 в защиту получается. Да ладно, серьезно, что ли? А мне его не пробить будет. Давай-ка я вот так сделаю. Видишь, у него 3 брони было. Так, он, наверное, все-таки ударчик там не один прокатит. Сейчас посмотрим. Че, он в защиту, что ли, пошел? Хорошо, давай сделаем с тобой, наверное, раз, два, три. И вот так вот. 2 брони. В бонус идет, ребята, он идет в бонус. 2 брони он себе поставил, да? Ёлки-палки. Мы проиграли.
Как это ни странно, мы проиграли. Я немножко не понял, конечно, тему. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Завершите все ежедневные задания. Забираем с тобой, друзья мои. Пак. Только вот какой? VIP-набор улучшить. Нет, я лучше, наверное, вот этот вот. Что нам выпадет? Так, так, так. И дынка. И все? Тираннозавр. Легендарная карта, да? Меньше 1%. Зашибись. Так, получили очки доверия. Замечательно. Но тут, по-моему, еще, да? Выполнено у нас кое-что. Все. Так, здесь еще куча наград. Так, еду забрали. Карточку открыли. Так, принять участие в PvP-сражениях и покормить не менее 2 динозавров. Ну, покормить это можно, я думаю, да? Только вот кого? Тебя можно, бро, покормить? Можно. Он прям сам хочет, чтобы его покормили. 2 раза, да, там сказали? 1, 2. Все, все, все. Задание должно быть выполненным. Так, покормите травоядное 5 раз. Да в плане. И все, и больше у меня не хватает. Печалька. Так, погладьте животное. Ну давай погладим, опять же его. Так, забираем здесь награду. Так, что у тебя тут? Повысьте уровень существ. А, повысьте уровень 2 существ как минимум до 20-го. Блин, где мои все, извини меня, динозавры? Этого я не смогу. Нам надо идти на рынок, что ли, получается. И выводить трицераптор. А этот у меня такого нету, по-моему, да? Но он и не травоядный, не шиша. Трицератопс. Ну, этот есть у нас. А сколько у меня их? Ага, все, я понял. Мне, значит, нужен еще один, чтобы их потом соединить. Понял. Так что давай, наверное, с тобой мы так и сделаем. Заходим на рынок. Покупаем еще одного за 100 ДНК. Ускоряем бесплатно. Так, он же у нас травоядный, насколько я помню. Да, травоядный. Так, помещаем. Кормим, гладим. Там все, что нужно, делаем. Эволюцию начинаем. Так. И вот таким он, друзья мои, становится. Поместить. Задание выполнено. Еще бы я его не выполнил. Не секрет, что главной мотивацией существ является выживание. Полагаю, со времен юрского периода мало что изменилось. Это уж точно. Практически ничего не изменилось. Забираем награду. Так, примите участие в PvP-сражениях на любой арене. Ну давай, давай посмотрим, где мы можем с тобой подраться. Уровень приза. Ну давай, наверное, здесь. Ну что, кого возьмем? Я, наверное, думаю, надо взять ангетинозавра, майонгозавра и, скорее всего, трицератопса. Я хочу вот так, ребят. Уж не знаю, кто нам сейчас достанется, кто выпадет. Какой соперник, какой враг, с каким набором карт. Ух ты, у него хищник и 2 летающих. А я там со своими травоядными, да? Ну что ж, давай. Так, ребят, ставим бонус. Он себе тоже, да, влепил? Я тебя понял. Так, у меня удар идет на полтинник. Ох, он сменил. Так, он взял, друзья мои, хищника. Ты знаешь, я, наверное, тоже возьму хищника. Вот таким вот образом. Я не собираюсь как бы там пасовать перед ним. Ну, что ты там кряхтишь? Он себе взял бонус, 100%.
Хм, а что же он тогда взял-то? Короче, я сделал, наверное, так. Две защиты и одну атаку. Блок. Так, у него было сколько там? Два блока, да? Но у нас есть бонус. Атаковать не стал. Значит, он остальное все вливает в бонусы. Раз, два и атака. Все-таки в блок. Видишь, что творит? Так, ну он сейчас доиграется, я думаю, потому что на следующий ход я хочу кое-что провернуть. Опа! Он меня здесь, ребята, обманул. Причем очень круто. Блин, ну вот как вот... Так, он потратил там все, да? Раз, два, три. Четыре, пять. И вот так вот. Я его ушатаю, конечно, но следующий динозавр его ушатает меня. Понимаешь, да, о чем речь идет? У него четыре хода. Что он будет делать? Атаковать, наверное. Так, ну что, раз, два, три. И вот так. Посмотрим. В блок, естественно, ребят. Так, он бонус взял. Как ты запарил тут летать, а? Так, ладно, берем раз, два. И вот так. У него три защиты было. Вот так вот, ребята. Сейчас, наверное, скорее всего, он будет все вливать в атаку. Почему-то мне так кажется. Но если он даже все вольет в атаку... Нет, он нас не уничтожает. А вот мы сейчас ему хорошую трепку сделаем, ребят. Раз, два, три, четыре. Ушатываем его. Так, ну что, летит последний охламон. Так, тут 12, да, атаки. Что он там сейчас предпримет? Угу. Так, друзья мои. Предлагаю, наверное, сделать следующим. А что, если сейчас просто его... Да, я, наверное, все потрачу, ребят, на атаку. И пошел он к ядрене фене, вот и все. Распластался парнишка. Побед за нами, ребят. Так, ну что, мы с тобой сразились в PvP-поединке, поэтому дайте мне, пожалуйста, награду, которую я заслужил. Ведь я же заслужил. Так, тут еще приз новичка у нас есть. Что нам здесь достанется? Икс, 10 очков доверия, да? Спасибо, понятно, большое. Так, нет, давай закрывать. Хотя можно было бы, ребята, крутануть за рекламу. Так, загадка. ДНК, ДНК, монеты, ДНК. И 15 очков доверий. Так, это мы закрываем. Здесь забираем. Открыть. Еда. Доллары и ДНК. Слушай, довольно неплохие паки, да? 95 очков доверия. Вот так вот сразу же. Ху-ху. Так, и здесь мы с тобой тоже забрали. Все, ребят, задания вроде бы как все выполнены. Территорию мы с тобой расширили. 150 долларов можно потратить и еще расширить больше. А что вот это вот означает? Я не могу понять. Я что-то не забрал или что? Начать эволюцию? Ну, чтобы начать эволюцию, мне нужно таких два. Так, здесь у нас что? Повысить уровень двух существ. Понятно. Тут еще супер ДНК, которого у меня нету. Повысить уровень двух существ как минимум до 20 уровня. Хм. Такого у меня нету.
Это если только идти на рынок и покупать. А кого мы можем взять с тобой здесь? Ну вот этого нету, да? Или он есть у нас? Черт подери, давай посмотрим. Вот он. Вот он. Так, а этого-то мы можем прокачать же. Вот. До 20 уровня. А можем взять с тобой еще одного, прокачать его тоже до 20-го. Так, выполнили задание. Запись номер 8. Идут подготовки к новому эксперименту. Клэр уверена, что инвестиции увеличатся, если о нас выйдет хорошая статья. Эпизод 4. На горизонте. Заселите только что вылупившееся существо. Соедините два здания с дорогами. Ага. Два здания с дорогами. Так. Ну, здание-то понятно. Где вот у нас, например, вот одно, вот второе. Тут уже как бы дорога стоит. Давай соединим. Так, подожди, а как там... Так. Погоди, ну... А как вот здесь-то соединить? Ага, вот таким вот образом. Все. Это будет считаться? Будет. Так, забираем награду. Блин, что он там... Что он там хотел сказать? Что у нас тут? Тропические цветы и уровень схватки 9 у нас с вами, ребята, открывается. Плюс опять же пак. Деньги, 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 деньги. Очки доверия. Так, что она там хотела мне, так, господи, рассказать? Да чтоб тебя. Смотреть видео. Ох ты, стегозавр, друзья мои. Супер редкий. Может быть, купить его за 100 бакинских? Хотя вы писали, что доллары лучше тебе поберечь, они пригодятся в дальнейшем. Так, разместите вольер так, чтобы получить бонус 4% или выше. А, у меня все это сделано. Думаю, я напишу отдельный абзац о том, что существа любят жить в уютных вольерах. Несите фонтаны сюда, они отлично будут смотреться среди всей этой зелени. Постройте два фонтана. Постройте два фонтана, я понял. Так, можешь мне сразу показать, где эти фонтаны, чтобы я их тут не искал? Построить два, да, нужно? Здесь особой роли здесь не будет это играть? Или будет все-таки? Что они дают? 1%? 1% к чему они дают? Вот что мне интересно знать. Так, ставим. И мне еще нужен один. Все, что ли? Так, понятно. Забрали. Заселите только что вылупившиеся. А у меня нет никого. Можно выводить. Еще мало кто у меня открыт, поэтому, друзья мои, тут... Ну, кого можно? Вот этого можно, например. Блин, за ДНК. Ладно, фиг с ним, давай. Ускорим, да? Забрать. Так, поместить. Все. Забираем с собой награды. Время для еще одного сражения на арене схваток. Думаю, вам понравится сюрприз, который я приготовил. Завершите мой уровень схваток. Седьмой уровень схваток. Я знаю, что хочу сделать? Я хочу вот этого покормить. И вот здесь уже объединить. Давай, давай, давай. Эволюция завершена, но... В плане сур... А что это за такой... Сейчас был небольшой, ребята, как конфуз. Мне пришлось доплачивать для того, чтобы завершить эволюцию. Что-то новенькое. Так, здесь тоже можно так сделать. 15 долларов, ну давай. Посмотреть результат. Идет подсчет. Эволюция не завершена, почему она не завершена, эй? Что это за фокусы такие?
забрать. Вау. Смотри, какой он стал мощный. Да, эволюцию, ребята, получил. Забрать награды. Так, что у нас там дальше идет? Ага, мы должны с собой подраться на 7-й арене. А это еще что такое? Смотреть видео за ДНК с, так, тут $100 за стегозавра. Но тут понятно, да? В наличии 0 штук, 500 рублей. Нет, я, пожалуй-ка, обойдусь. Так, ну что, друзья мои, давайте на этой ноте мы с вами, наверное, закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!